Всем привет! Так, что у нас там с интернетом? Все хорошо, все стабильно. Так. Загрузимся. Да. Так, ну вроде интернет стабильный, потому что он выпендривается, или интернет, или YouTube. Я пока не разобрался, не понял, кто из них выпендривается. Но пока что вроде все нормально. Так, всем привет. Продолжаем прохождение Half-Life Alyx VR. Это уже будет пятая часть. Я немножечко откатил с предыдущего стрима. Да, мы прошли намного дальше, но и пришлось откатить, потому что вчерашний стрим по ошибке был удален вместо другого. И поэтому я его откатил максимально далеко, как только смог. Тут не, с прошлого стрима, с четвертой части, недалеко я сюда дошел. Там буквально пару комнат. Так что ничего интересного там не потерялось. Сюжетная линия сохранилась, грубо говоря. Так, кто подключается, кто подключился, привет, кто будет смотреть запись, всем здорово. Задавайте любой вопрос в чат, я отвечу на все вопросы, без исключения. Но не сразу, конечно же, так как я в VR-шлеме, я не могу и смотреть и VR, и чат. Но я буду периодически выглядывать и смотреть. Так, что у нас? Два патрона. Два патрона, после этого надо переключаться на пистолет. Так, вот здесь сейчас сразу вылезет тарантул, да? Так, сразу пистолет. Там еще один. Так, все, патроны закончились. Так, сколько у нас здесь? Один. А здесь пять. Шесть патронов еще. Так, ты умер. Ты у нас умер? Давай, 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 давай. Только не меня, не дамажь. Не дамажь меня, хорошо? Мы с тобой договорились. Так, у нас здесь все пусто. Ничего здесь нету. Ничего полезного. Так. Вчера у меня на стриме был человек, парниша, который мне помог разобраться с вот этой тварью. Я в нее и стрелял, и гранаты кидал, что только я с ней не делал, и боялся к ней подойти, думал, что она может как-то биться будет, кусаться, хватать. И самое главное, я не понимал, что это за шар, и я его не мог забрать. Грави-перчатки не подтягивают его, как видите. Но он мне подсказал, что нужно голыми руками бороться с ней. И нужно все это быстро делать. Потому что она у нас тоже такая неслоупочная. Итак, что это такое? Это у нас граната, зен-граната. Я ее уже использовал вчера. На том стриме, который я удалил по ошибке. Опять же говорю. Гранаты неплохие, но все равно основная граната намного лучше. У нее радиус взрыва больше. Опа! Какая ты быстрая у нас. Так, возьмем парочку гранат. И самая хорошая, классная фишка, то что эти гранаты, ну они бесконечные. Ты сколько хочешь, столько их и бери. Давай, 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 надувайся, надувайся. Только не дамажь меня. Так, тут тоже будет пузырь. Я не знаю, он уже надувается или... Да, уже надувается. И там еще один пузырь должен быть. Да, все. Все пузырьки взорвались. Мы проходим дальше.
Ой-ой-ой, я туда не хочу прыгать. Это такой максимально такой откат по игре. Так, поднимаемся дальше. Тут я помню, тут ничего с такого ужасно страшного не было. Тут чисто мы будем лутаться. Да, мы будем здесь лутаться. Мы будем здесь лутаться. Смотреть все. Так, вот. Это нужно. Это мы закроем. Это вот так вот. Так, что у нас здесь? У нас здесь патроны для дробовика. Отлично. Отлично. Так. Здесь у нас что? Смола. Смола, это тоже хорошо. Это все супер. Так. Так. Чистенько, все чистенько. Понятно. Пусто, пусто, пусто. Тут тоже. А, нет, вот смола. Три смолы в одной комнате. Я считаю, это хорошо. Это круто. Это не просто хорошо, это круто. Четыре смолы. Да. Имба. Так, ну тут я не помню, но вроде бы все чисто. Все спокойно. У нас ХП полное. Ну, пожалуй, мы одну гранату кинем. Там дальше они мне не особо понадобятся. А вот это понадобится. Так, вот это, по-моему, я не проверил. Ну все, ладно, двигаемся дальше. Воу. Высоко. Это кто разбил окно? Не я. Я ничего не бил. Мои руки чисты. Так, улетайте, улетайте. Не надо. Вот это... Так, ну я сразу, я помню, что там жестяк творится. И гранатка лежит. Вот эта граната, конечно, имба. Это граната имба. Так, все? Все крякнули, точно? Ну вот здесь будет сидеть терпила. Сейчас мы зарядимся. У нас два патрона. Все. Ну давай, выходи. Давай. Выстрела. Красота. Сейчас мы пойдем туда, залутаем там ванну. Ванную сейчас мы там залутаем. Так, в чате пусто. Никто не пишет. Если кто-то смотрит, пишите в чате. Я обязательно все вижу. Я отвечаю на все вопросы. Вижу все сообщения. Просто могу не сразу же ответить, потому что в VR-шлеме. Так. Отдыхайте тут, да? Ну, отдыхайте. Я его вот туда кину. Так, что ты тут? А, сломал унитаз. У вас ничего тут нету, да? Ну, мыло мне не нужно, это тебе нужно. Помойся. Ты грязный. Так, ну все, мы все посмотрели. Шприц я, естественно, кинул, и он залетел за тумбочку, да? Ну, спасибо. Спасибо. Так, вот то, что за этой дверью, я уже, если честно, не помню. У меня один патрон остался в дробовике. Это плохо. Так, вот это я помню. Здесь мы будем ловить рыбу. На живца чисто так. Так вот мы встанем за лизуном. Лизун, вот он, вот его язык. Давай. Иди. Иди, братанчик, иди быстрее. Что-то ты вообще такой пожилой. О, поехал. Нормально. Так, все, проскакиваем, пока она жрет его.
Все, съела. Мы возьмем. Это мы не будем брать, это мы отдадим ей. На. Хавай. Ну, она ее выплюнет, естественно. Такое она не ест. А, он выплюнула. Так, все, смолу я взял. Можно двигаться дальше. Дальше двигаем. Так. В лифт я голову не могу просунуть. Короче, это все мусор туда. Это все мусор, это все. Оп. Это все нам мешает открыть двери. Это не поднимается, ладно. Но и в прошлый раз, по-моему, когда я проходил, было лаганутое какое-то. Так. Ну что мы видим? Вон сидит краб на стенке и еще один. Пусть бегут, 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 бегут. Да, мы уже приближаемся к тому месту, где я вчера остановился. Жесткое, конечно, место. Ой. Оно так и было. О, убежал. Оно так и было. Я ничего тут не ломал. Я говорю честно. Так, что-то там лежит. Надо не провтыкать. А за телевизором есть что-то? Нету. Разбил я новый Panasonic. Так. Ну, шприц это, конечно, круто, но... У меня нету больше мест. У меня одна граната и все. Да, не все. Но они тут на меня нападать вроде не должны. Они убежали в одну там комнату. Сейчас куда мы пойдем? Там, конечно, жесть. Сейчас там будем разбираться, как проходить. Потому что, как я понял, там бесконечное количество хедкрабов. Вот этих, которые мощные. Ой, это мое. Это тоже мое. Так, тут у нас пузырь. Мы его сразу скипнем. Так, ну что, мы проходим сразу сюда. Вот эта комната. Вот она, да. Вот, видите, одного хедкраба уже сожрали. Уже. Его уже прессанули. Вон внизу еще бегают. И они, ну, бесконечное количество раз появляются. Бесконечное. Так. Так, куда мы пойдем? Во-первых, мы пойдем на ту сторону. Наверное, я выкину одну гранату. Потому что их там на той стороне полным-полно. Их на той стороне полным-полно. Так, сейчас вылезет параша вот здесь. Все. Ваншот. Дробовик имба. Так, что у нас там? Чат пусто. Интернет нормально. Все, все хорошо. Идем дальше. Так. Проходим дальше. Вот так вот. Вот так вот. Так, ну что? Сейчас я сначала... А, так, у меня... Где моя каска? Где моя каска? Вон она. Вон она, моя касочка. Одеваем ее. О, еще одного сожрали. Берем руку. Так, так, и... Даем ему гранатку. Давай, где взрыв? Вот и взрыв.
Все, посыпалось. Итак, вон они внизу, они в той комнате, и вон прыгают. Короче, их тут минимум три. Вылазят они от оттудова. Я туда тоже гранаты кидал, я кидал в них гранаты, я полностью убивал всех этих. Они вот там вот резаются, и все равно их тут много. Короче, ну их бесконечное количество. Победить их не выйдет. Значит, мы будем двигаться аккуратно как-то. Как-то стараться аккуратненько двигаться. Но мне нужно сначала вниз, там я видел много ништячков. А, вот оно как. Я не могу попасть вниз по этому этажу. Только спускаться туда, к ним. Сейчас мы посмотрим, что там находится. Ну да, вон. Мне получается нужно вон туда. Какая жесть. Реально жесть. А стоит ли оно туда идти? Что там лежит вообще такого? Разве ты здесь был? Я же проходил, тебя здесь не было. Так, ну я вижу, да, что можно, если я спрыгну, то мне нужно будет потом мчаться сюда, подниматься по лестнице. И, ну, в принципе, тогда да. Я не знаю, я просто не понимаю, стоит ли мне туда идти, что там хорошего, что там интересного. Ёпта! Не-не-не-не-не, не прыгайте на меня. Все, заходим, заходим, заходим. Ух. Ну, короче, я не хотел сюда попадать. Серьезно, не хотел. Ну, как видите, игра сама меня кинула. Я просто упал. Так, ты мертвый, да? Я надеюсь, окно выдержит. Я надеюсь, окно выдержит. Так, что это такое? Кто ты такое? Короче, ну что я могу сказать? Тут лут какой-то... Вау. Короче, я понял. Тут новое оружие лежит. Сюда по-любому нужно спускаться. Так, ну что, мы его возьмем сейчас. Мы возьмем на него патроны. Ставьте ячейку в ПП. Все. Ну что, стреляет один раз всего лишь и все. Так, отойди-ка. Я не знаю, что это за пушка у меня новая, но она, видимо, мощная. Но их здесь трое. Сейчас пусть они подойдут, либо они не хотят подходить. Они не хотят подходить. Я понял, я понял. Блин. Опробуем новое оружие. Какое оно? И вообще, как с него стрелять? Как целиться? Я не понимаю. Все? Сколько патронов? 18. Ну, такое, такое. Так. Так, там все... Все крякнули, да? Или нет?
Нет, все. Так что у нас в чате никто ничего не написал. Все стабильно. Так. Так. Вау. Если это каждый магазин по 30 патронов, то это круто. Это круто. Так, тут никого нету. Никто не будет на меня напрыгивать, нападать. Не? Не могу я сдвинуть их. Так, еще. Еще. Вау. Класс. Супер. Так бы всегда. Нахрена я это сделал? Могу я вернуть электричество? Могу я обратно вернуть электричество или нет уже? Мне обязательно было это сделать? Или я мог этого не делать? Ну, мне кажется, оно неспроста здесь. Наверное, так оно и должно было быть. Ну, супер. И как мне теперь выйти? Офигеть, как их много. Они по лифту лезут. Они просто полезли по лифту. Вон еще один лезет. Я не знаю. Так. Вау, а их тут все больше и больше. Вот один, вот второй, третий, четвертый, пятый. Это нормально, да? Я так понимаю, это нормально. Так и должно быть, да? Так. Я не могу телепортануться через окно. Так. Ой. Где ты? Так. Вроде
Вроде можно прорваться. Ёпта! Жесть. Их очень много. Их что-то слишком дохера стало. Они со всех сторон лезут. Сколько у меня? 16 пулек. Не-не-не-не-не-не. Я не хочу прыгать, телепортироваться. Ну давай, прыгай. Там... О, и одну сожрала. Одну сожрала. Блин. Лизуны, на самом деле, их... их не стоит убивать. Вот этих не стоит убивать, они полезные. Я теперь понял, почему мне так много патронов дали. Потому что тут просто нескончаемые орды этих тварей. Так, ну что, мы сохранимся, мы это сделали. Мне показалось, я слышу, да, слышу. Так, возьмем... Может, мы возьмем одну гранатку у него? Вот. Крякнула, да. Не, гранатка помогла. Да ну... Не будь такой противной. Это камеры. Это камеры. За мной наблюдают. Так, вон на стене сидит. Здесь сидит. Так, у меня есть граната, да? Ох ты... Твари. Хороша граната, хороша, какая она отличная. Так, но я не... Это не умерла от гранаты. Ух, жестко. Сохранимся. Я думаю, может быть, сходить за гранатой. Еще одной. Потому что, ну, блин, это на самом деле опасно все. У меня вообще еще патронов 150. 150 патронов — это хорошо. Пошли. Это мертвые упали. Ну, ты должна упасть на вниз и все, и лежать там. Она допрыгнет? Нет, она еще дальше упала вниз. Вот внизу и сиди. Ты мне здесь не нужна. Так. Знаете, что я тут подумал? А только что тут были балки, и они все.
Их больше нет. Да, их больше нет. Так. Я как-то в спешке, пока шел, пропустил, что там есть такая фигня. Так. Ну давай, давай, давай. Есть. Это было хорошо. Это было неплохо. Все. Так. Тут, может, что-то лежит полезное. А я-то думал... Игра начала давать боеприпасов много. Да, 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 конечно, конечно. Конечно, игра дает боеприпасов много. Блин, вот это плохо было. Так, 24 патрона. Но мы уже почти пришли. Почти. А почему у меня нету оружия в руках? Спасибо, Лизун. В который раз? Как же они меня выручают? Красавцы. Красавцы. Спасибо. Так, все. ХП у меня полное. О, что у меня фонарик так начал. Так, ладно, сохраняемся. Сохранить. И идем дальше. Ух. Так что, на этом не закончилось, да, движуха? Я так понимаю. Я так понимаю, нет, да? Если мне боеприпасы дают. На пистолет боеприпасы. Это что такое? Я туда пока не пойду, пока сюда пойду. Так. Две? Вы серьезно? Две? Целых две штуки? Ну, спасибо. Ну, класс. Я одну с трудом валил, а тут их две, понимаете? Да я ж не это взял. Так. Ой. Так, давай, давай, давай. Да, жесть. Так.
Да. Это хорошо. Это тоже хорошо. И это. Вот это вообще песня. Но мне понадобится много всего, чтобы победить целых двух электрических хедкрабов. Целых двух. Я на одного трачу много. Итак, ну что, начнем. Начнем дозарядку. Дробовик готов. В пистолете 8 патронов. В этом... Блин. Мне не нравится это меню выбора оружия. Оно такое себе. Ух, ты меня так не пугай. Давай ты... Так, это вниз, я понял. Огнеопасно, да? Пропан, это хорошо. Это хорошо, это очень хорошо. Это значит, у меня есть еще одна граната, грубо говоря. Так, где я их видел? Вон они. Они там балуются, что играются. Мне нужно хорошо им кинуть гранату. И не просто гранату, а грену. Я, короче, просрал гранату. Да. Ну ладно. Сейчас возьмем пистолет. Куда ты уходишь, дядя? Ну куда ты идешь? Вот я, да, иди сюда, иди, иди. Пистолет на дальнее расстояние, конечно, такой слабый. Я не хочу вниз спускаться, там непонятно что и сколько. Так, он, походу, пошел подниматься по ступенькам. Ладно. Тут что? А, тут металлическая дверь. А, ну получается, пока я не открою эту металлическую дверь, они... Не попадут ко мне на второй этаж. Ладно, это хорошо. А, и да, мне не стоит падать на первый этаж. Потому что я оттуда больше не выберусь. Все мертвое, да? Так, ну все настолько тихо, что мне кажется, что мне нужно будет все равно спуститься на первый этаж. На втором я не смогу тусить постоянно. Не получится, наверное, у меня тут держать оборону на втором этаже. Так, ты пойдешь со мной. Сохранимся. Да нет. Ты.
Я почему-то думал, что это откроет двери, но это не открыло двери. Значит, мне чисто надо падать вниз, сверху. Вау, это плохо, это плохо. Реально плохо. Их там две. Если бы одна была бы, то это, ну, не так стрёмно. Не то, что даже не так стрёмно, это не так сложно. Ну, там у них щелей, дыр, я не знаю. Так. Дробовик надо сразу брать. Самое мощное оружие, которое у меня есть. Больше тут ничего нету, да? Я ничего не могу взять. Да. Больше ничего. Ну ладно, погнали-то. Вот, уже есть первый. Так, это есть первый. Надо не заб... В смысле, я-то шел! Ой, какой бред. Да. Их там очень много, этих ходячих. Я даже не заметил, что уже сбоку они подошли. Они так тихо подходят. Сильно тихо подходят. Ну давай быстрее, загружайся, алё. Так, баллон я сразу вам сюда подкину. Так, сзаду меня могут обойти? А, так тут тип лежит, да? Или нет? Короче, я не понимаю. Пока я не понимаю. Два патрона. Два патрона. Одна сдохла. Отлично. Одна сдохла. А, у меня патронов нет. Я туплю. Сохранимся. Так, вылазь с него. Где ты? Она прячется, она уязвима сейчас.
Ах ты тварь. Все, теперь надо зачистить. Надо зачистить территорию. Отлично. Ну что? Прошел. Первый раз вот эти двое подключились, они с такого большого расстояния меня услышали или увидели. Ну, короче, они пошли, и это все усугубило. Так, эта штука здесь лежит, пусть она здесь и лежит. Я хочу залутать всю территорию. Все зачистить. Так, у меня есть ХП. О! Блин, патроны закончились. Так, хедкраб сдох. Сдох. Так. А, еще ж надо все трупы залутать, так скажем. Нужно все трупы залутать, потому что на некоторых трупах я видел, я реально видел там патроны, всякая чушь. Это что? Это что? Это нормальный магазин? Да, да, это нормальный магазин. Вот про это я и говорю. Вот. Так, баллон я так и не взорвал. Не вышло. Не фартануло. Нормально они себе тут такую норку сплели. Густонаселенную. Так, ты голый, да? Ты голый. Ну все вроде. Так, этот энергоблок сюда. Этот энергоблок туда. Так, двери открыты. Поднимаемся аккуратненько. Сколько патронов? 24. Давайте дробовик зарядим. С дробовиком проще. Так, я понял. Я понял, что вот так вот нужно сделать. И тот тоже нужен. Фу, я думал, он упал вниз. Он тоже нужен. Он необходим. Блин, я понял. Этот шар не надо было трогать. Нужно было вытащить только тот. Понял. Ну, опускаемся опять. Ничего страшного. Вот этот только надо дернуть. Вот, один кабель подключен. Вот этот, который подсоединен. А вот этот... Вот сюда нужно. И все. Все. Оу.
что за тюрьма такая? Какая-то тюрьма или что? Загрузка пошла. Пошла загрузка. Привет. Привет, привет. Приветик. Так. Я в чате отвечаю, но не сразу. Так что пишите, задавайте вопросы, общайтесь. Я просто в VR-шлеме, и постоянно и VR смотреть, и в чат, это сложновато. Но я поглядываю в чат и абсолютно всем отвечу. Там ничего нету. Нет. Третий? Ого. Да, с каждым уровнем все сложнее и сложнее графика. Сложнее и сложнее. У меня там по ХП. По ХП вроде все нормально. Ну там что-то делалось. Но в основном по ХП все хорошо. Аву видно? Если что, я пока что один. Аву? Аватарку твою, в смысле? Ну, я вижу маленькую точку. Чтобы увидеть твою аватарку, мне нужно открыть твой аккаунт. Я не понял. Или ты что, про что-то другое? Так, и что мне тут надо делать, что нажимать? Ладно. Подает электричество. Так, мне тут понадобится, наверное, две руки. Так, тут какая-то загадка. Вова Ивахин, привет, бро, привет. А, жаль. Ну да, жаль, я не вижу. Я не вижу маленькую аватарочку в чате. Это надо открывать ее на весь экран. Давайте помогайте в чате. Я не понимаю, что мне здесь надо сделать. Эта штука подает электричество на вот этот космический корабль. У меня что я могу сделать? Я могу вот так вот сделать и крутить эту штуку. А-а-а. Давай еще раз попробуем. Подожди. Я так понимаю, мне надо стрелять, да? Мне нужно стрелять в это. Давай попробуем. Да, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ко мне летят корабли, наверное, уже.
Ко мне, наверное, сейчас прилетят гости. Поэтому надо спешить. Все. Отлично. А я думал, я застряну здесь. Тут всего лишь надо стрелять. Стрелять мы умеем. Так, а я знаю, как сделать одну штуку. Надо дотащить гнома в самый конец. Тут надо гуглить. Не, тут уже я разобрался. Тут уже все разобрался. Это что такое? А, это Хартигонт. О, здорово, братишка. О, давайте я потрогаю. Да, да, это я. Так. Что он там делает? Я перчатки снял. Что ты там делаешь? Выходи. Энергию защищает ей свое оружие. Так это мне так... Это получается так, вышки все надо вырубать, чтобы не питать их ни корабль. И тогда уничтожить корабль можно. Да? Ну ладно. Я возьму дробовик. Все. Поехали. А, гном это... Гном за него ачивку дадут. Он, правда, в начале головы. Не, я никакого гнома не нашел. Значит, я провтыкал. Я не знал ни про какого гнома. Так. Ну, тут сразу лежат патроны. Это уже подозрительно. Так, куда мне идти? Да, да, я так и понял. Я так и понял. Дробовик имба. Офигеть! У него щит! Ну что я могу сделать? Мы можем вот так вот. Эй! Да ну как он в меня попал? Этот здоровячок. Так. Нужно двигаться, 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 двигаться. У меня заканчиваются патроны. Что по ХП? Все плохо по ХП. По ХП все плохо. Угу, я понял. Ну?
Все, отлично. Надо теперь восстановить хп по максимуму. Где еще шприц? А, это еще не все. Это еще не все. Ладно, она сохранится. Так, ну мы пока в укрытии. Вот это плохо. Еще двоих бойцов наказали. Еее. Вот это я люблю. Гранаты я люблю. Так, с них ничего поднять нельзя. Все, да? Так, что там в чате? Он, правда, в начальной главе садовой... Его надо дотащить до конца, именно до самой последней главы. Подсказки, гранаты можно откладывать. А, я понял, это получается какую-то вещь надо в руках тащить всю игру. Ну да, это сложно на самом деле. За это ачивку дадут. Ну не, я гнома не взял, да я бы его и не взял, не знаю, это чисто... Для тех, кто спидранит игру, кто знает, как ее по-быстрому проходить, тогда можно брать этого гнома и тащить за собой. А так, я ж не спидраню, я все рассматриваю, абсолютно все смотрю. Все, что есть. Так, тут ничего нету. Что у нас хп? Ну все, походу. Больше тут ничего нету интересного. Гранатку я с собой возьму. Пригодится. Тут 20 патронов осталось. Блин, маловато. В магаз можно зайти, наверное. Да? А как, а чё в магаз нельзя было зайти? Я ж там видел в окне, что... Так, гранату можно здесь оставить. Я ж вижу в окно, что там он лежат патроны. Как туда? Надо куда-то, как-то туда попробовать зайти. А, все, я понял. А, у меня застряла рука. Так, ну нужно как-то аккуратно его вытащить, он сейчас застрянет. Есть. С первого раза. Все. Больше ничего там нету интересного? Не светится? Вроде нет. Сказки откидывать. Скажи это Тошику. Он мучился с этим гномом 40 плюс часов.
Здорово, шо вы на вечер по расписанию в тундру? Чувствую просто, что вам боец надо для побед. Да, Ян, вечерком будет тундра, и я решил вопрос со звуком. Будет вас уже слышно. Это все Дискорд выпендривается. Он всякие блокировки ставит. Гостюн, привет. Привет, привет. Чего заходишь так редко? Я каждый день стримлю, а ты не заходишь. Обидно. Досадно. Так, тут походу будет симулятор электрика. Да, не походу, а он здесь будет. Берем наше... Оу. Прям стиральную машинку положили. Так, это что у нас такое? Ай, ёб, ты че? Испугала меня. Не, ну тут реально уже какая-то симуляция. Да. Так. Электричество сюда я поставил. Оно теперь назад возвращаем. Нет, тут все равно борода. Какая жесть. Я ж не электрик. Да ж опять меня током ударило. Ну там вот... Это, конечно, да, это беда. Не, ну тут все правильно стоит. Вот здесь я не дотягиваюсь. А, вот. Чё ты не поворачиваешь? Опять током ударило. Там хоть ХП еще выдерживает. А, не сильно лупит. Ну а почему я не могу тебя поразвернуть? Ну, мне нужно... Вот. Вот! Всё, заработало, наконец-то. Столько раз лупануло меня током. А я и не знал. В смысле не знал? Я уже сколько? Это пятая часть. Стримлю пятую часть. Начинай с первой смотреть. Ну, сегодня, когда закончим эту часть уже стримить, то с первой начинай и подтягивайся, включайся в сюжетную линию. Мастер аккуратность. Хоррор про электрика. Ха. Да-да-да. Вот эти все штуки, голограммы решать. Тут, конечно, нормально. Гостюн, теперь я буду знать. Я только в первой части и все. Да, да, я продолжил. Я буду до конца ее проходить. Потом я не знаю. Потом будет GTA VR. Я не знаю, как оно пойдет. Будет ли людям интересно смотреть это? Посмотрим. Ну, говорят, что это весело. В GTA-шку эту играть. Посмотрим. А потом у меня в планах есть опять в VR подрубаться будем. Есть игра наподобие Escape of Tarkov. Как же она там называется? Блин, я забыл, напомните в чате. Ну она как КС-ка, только виртуальная реальность. Куча разного оружия, бегаешь, стреляешь, перезаряжаешься. Все как здесь, только ну там, как в КС-ке. Я забыл, как она называется... Не помню, сейчас не вспомню. Может, кто-то в чате напишет, вспомнит.
Так. Так, ну что, мы попробуем, посмотрим, что почем у тебя коллиматорный прицел, лазерный прицел, увеличенный магазин. Я уже лоханулся с пистолетом, когда коллиматорный прицел ему поставил. Тактические цели. Блин, я не знаю, стоит ли его брать. Я, наверное, не буду его брать. Ну да, да, это такая же порнография, как на пистолете. Вообще неудобно, абсолютно неудобно. Лазерный прицел — это самое оно, и увеличенный магазин. Не, я не буду тратить. Я вон на пистолете купил этот прицел, я им и не пользуюсь. Я точку поставил, я по точке стреляю. До этого я целился по механическому прицелу, по этим синим точечкам. Идеально было, идеально в голову стрелять. Теперь... Он, если вам видно, но вам должно быть видно, точка желтая такая, ты постоянно ее, ну вот, бой у тебя хедкраб прыгает, и ты вот это водишь за ним, и точку желтую должен споймать. Ну это бред. Коллиматорный прицел должен быть намного проще, это какая-то хрень. И его снять нельзя. Я, ну, пытался, вставлял там, но нельзя убрать. Короче, я потратил лишние эти... А вот лазерный прицел, увеличенный магазин и автоматическое этот, то это круто делает. Из этого пистолета делает крутую вещь. Так, ладно, я вроде все посмотрел, все забрал, можно идти дальше. О, моя граната. Не, сейчас, подожди, надо сохраниться. А, и хпшку пополнить, я ж там себя током побил. Иди сюда. Да, лазерная точка для этого автомата — это то, что нужно. Так, тут перестрелка будет, да? Не, я не это хотел взять, вот это я хотел взять. Так, ну что, смотрим. Осматриваем территорию. Сюда нельзя прыгнуть. Только сюда, да? Ну, понятно. Так, что там в чате? Не буду знать. Lost Light? Не-не-не-не, не Lost Light. Стрелялка. Виртуальная реальность, стрелялка там. Наподобие Escape of Tarkov. Как же, я не вспомню сейчас, как она называется. Арена Breakout? Нет. Второй раз захожу, пятую часть. Ну, я понял, ты зашел на первую часть и заходишь второй раз, уже пятая часть. Ну, ничего, там в записях все есть. Будет время, захочешь посмотреть, заходи и посмотри. Там все в записях есть. Там довольно все интересненько. На, ой, вот это я самое идеально кинул гранату за всю игру, самое идеально. Вот еще одна. Это было просто, и он не умер. Вот это плохо, я кинул гранат. Так, ладно, обойдем этого. А ты не ожидал, что я здесь буду? Он меня чуть не убил. Вот это было плохо. Это было плохо. Так, у меня патронов больше нет. Этого я нормально загасил. О, шприц. Нужно, надо уколоться. Это хорошо, граната. Пусть там лежит, я ее заберу с собой. У тебя что-то есть, здоровяк?
Не, ничего нету. Так, это для пистолета. И куда оно полетело? Вот оно. Еще один шприц. Ну, он туда же. Он туда же идет. Не, вроде их открывал, нет. Так, ладно, сюда прыгнем. Угу. Во. Вот тебе и схрончик. Вот тебе и схрончик. Понятно. Откроем. Девяносто патронов осталось. Ну, все меньше и меньше. Опа, минки стоят. Минки стоят. Меня здесь ждут. Так. Я во вторник, четверг и в субботу и воскресенье я не могу посмотреть твой стрим. Понял, понял. Ghost of Tabor? Нет. Я не вспомню сейчас, как эта игра называется, не вспомню. Я только понедельник и в среду могу смотреть твой стрим. Понял. Павлов. Да, вот, Павлов Окулус. Я собираюсь потом стримить Павлов. Мне кажется, интересная вещь. Там, ну, реалистично, ну как, максимально реалистично для VR. Понедельник и в среду можешь. Понял я. Заходи, конечно. А так повторы ты знаешь, где найти. Повторы в записях. Так. А, не. Вот это я вот так вот хотел, чтобы оно взорвалось как. Пусть там лежит. Так. Еще коробочку возьмем. Вот так вот мы ее кинем. Это было хорошо. Так, поднимаемся по чуть-чуть дальше. Патрончики. Так, и вот у нас. Блин. Патрон для дробовика чуть не потерял. Чуть не потерял патрон для дробовика. Такая мелочь. Вот патроны для дробовика, да. Самые такие... плохо. Блин, задамажило. О, там, походу, за дверью эти. Типы. Сейчас мы им гранатку туда закинем. Все равно я ее уже устал носить с собой. Сейчас мы ее заюзаем. Вау.
Так, сохранимся. Что в чате? Ура! О, ну, приходи, смотри. Я думаю, я анонс выкину, что я перешел на Павлов. Но это будет после GTA-шки, для начала GTA-шку. Ура! И в пятницу, и в пятницу, понял. Эд, я вышел и не услышал ответ. Будет сегодня? Да, сегодня будет стрим. Будем играть. И я звук пофиксил. Я отремонтировал его, то есть, ну... Там проблемы были с Дискордом. Он выпендривался. Он там блокировал голоса ваши. Плюс в чат кто-то знает, из чего гематоген? Из чего гематоген? Кто знает, из чего гематоген? Не знаю, не подскажу тебе. Гематогенка — это то, что в аптеку продают. Шоколадка вот эта гематогенка. Полезная, которая... там, по-моему... Я не уверен. Гематогенка — это... Я не помню. По-моему, это кровь... как... Не, не буду говорить. Не буду говорить. У меня на уме кровь медвежья или что-то такое-то. Короче, не знаю. Не помню, что такое гематогенка, но знаю, что она очень полезная и вкусная. А когда, Гостюм? А когда это ты спрашиваешь насчет чего? War Thunder, GTA или Таркова? Ой, Таркова, ну, Павлова. Из крови. А, из крови, да, значит, я не ошибся. А, ну, да. Из крови коровы. Кровь скота, не медведя. Все, я понял. Ну, у меня крутилось в голове, я запомнил как-то, что оно из крови. Ну, полезное. Почему эти все фильмы, игры про вампиров, вампиры пьют кровь? Потому что она полезная и дает им бессмертие. Но это типа так, это вымысел, это мистика, да. Но доля правды в этом есть. Так, аккуратненько. Так, есть кто дома? Я только спросил, есть кто дома, ты сразу стреляешь, алло. Нет, тут граната неэффективна. Да, успокойся. Успокойся, не стреляй, не стреляй, я свой. Так, можно присесть, кстати. Ого, тут уже летает этот квадрокоптер. Давай, давай, давай. Сейчас я тебе в рожу прям пальну. На. Далеко он стоит? А, рядом с ним бочка. Рядом с ним бочка. У меня патроны кончились. У меня кончились патроны на пистолете. Почему нельзя в левую руку пистолет взять? Мне удобнее выглянуть и выстрелить. На. Как тебе такое? Не, пистолет на дальнее расстояние неэффективен. Давай мы с этого постреляем. Так, перемещаемся сюда. Перемещаемся сюда. Все, он крякнул. Он умер. Это хорошо. Их больше нет. Что у меня по жизням? Ну, два сердечка. Не полных, но есть. Может, сейчас что-то найдем здесь. Давай, 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 давай. Где здесь? Так, мне подождите, мне нужно включить. Начинает лагать шлем. Он не видит в темноте. Он не видит комнату в темноте и начинает тупить. Так.
следующий раз, когда встретим механический стол, то можно уже будет лазерный прицел поставить на этот автомат, и тогда будет еще удобнее с ним стрелять. Он и так нормально стреляет, без прицела я так накидываю. Но с лазерным прицелом будет намного интереснее. Так, очки. Очки можно одеть? Нет. Ну, у меня, кстати, шлема нет, каска слетела. Была у меня каска, но уже нету. Так, ну все, да, тут все. Так, что там в чате? Коровая кровь. Гематоген состоит из амроматоневропеймской крови, рогатого скота, сухой формы, добавлениями. Ну, я понял. Сгущенного молока, меда и орехов. Нормально. Не помню, где это было, но ты прошел главу с огромным количеством хедкрабов. Если нет, сори за спойлер. Я прошел ну... Это в этой части было, в начале стрима. Короче, в начале стрима было куча хедкрабов. Просто нереально их было много. Было сложно. Одна из самых сложных глав. А какая глава? Сейчас пятая. На стриме там все подписано. Первая, вторая, третья, четвертая. Сейчас пятая глава. Ну, на стриме подписана пятая серия, по-моему, или глава. Сейчас мы находимся в пятой главе. Мы еще не перешли, по-моему, в шестую. А их всего 11. Я вчера посмотрел. Их всего 11. Так что еще будем проходить. Я на самом деле думал, что будет короткая игра. Не, ничего. Они нормально потрудились над игрой. Они, кстати, нормально потрудились над ней. И сделали ее не маленькой. Так, полежи на диванчике. За стенкой эти разговаривают. Они нормально потрудились над игрой. И мне кажется, следующая игра будет еще круче. Да, это не к добру. Это не к добру. А понятное дело, это не к добру. Так, вот это класс. Это хорошо. Вот. Три патрона для... Оп, чуть не забыл про тебя. Ну все, тут все. Сохраняемся. Так, это не работает. А, они мне мину уже поставили. Я понял. Надо как-то так закинуть и сразу отбежать, что ли. Идеально получилось. Только чуть-чуть оглушило, но то такое. Так, ну они там, да? Они там. Так, что там в чате? Жесть! Я только в чат глянул и услышал звук. О, где он пропал? Я в какую-то тут невидимая, наверное, какая-то структура. Я в нее стрельнул, не попал. Хедкраба. Блин. Ладно, пусть лежит. Сейчас в чат гляну. Только в чат глянул и сразу бац. Пятая часть. Кто фан ореха?
Ну, Апекса. Я скучаю по мобильной версии. Я только видел обзоры по Апексу, я не играл в него. И в кого они стреляют? Ну, я не знаю, в кого они там стреляют. А, все, понял. Так, дробовик, все. Блин, жестко он меня, конечно, наказал за то, что я тупил. О. Ну хорошо. Мне так нравится дробовик, но на него так патроны мало падают. С дробана бац, и все, типа отдыхает, лежит уже. Патроны. Еще один укол. Так. Тут ничего. Тут ничего. Оу, патрончик на дробовик. Патрон на дробовик. Еще патроны на дробовик. Не, я не чашку хотел взять. Так. Сейчас мы дробовик зарядим. Во. Вот это уже поприятнее. Не знаю. А, вот это я еще не открывал, да? Ну тут ничего нету. Так, вниз спускаться или наверх? Ой, внизу страшно, я боюсь. Вот не люблю я тебя! Ты много патронов требуешь. Два выстрела с дробовика он требует. Опять такой же. О, этот раз уже один. Вот, вот таких крабов. В начале стрима я, получается, в комнате трех или четырех этажная, разломанная. Ну там, кто захочет, перемотает, начнет сначала смотреть, увидит. И там вот этих бесконечное количество. Ну, в начале они бесконечные. Я пробовал их убивать. Еще вчера пробовал. Но я понял, что они появляются там в одном месте и идут обратно. И нет смысла. И там, конечно, ну, жесткая миссия. Они просто со всех сторон лезут. И на них много боеприпасов надо тратить. Какая тварь. Ее же даже поднять нельзя. Одной рукой не получается ее поднимать. Обычного хедкраба одной рукой поднимаешь, а этого нет. Это жирный. Так, у тебя ничего нету? Нету, нету. Ладно, все, тут все залутал. Сейчас чатик гляну. Где я тут? Это типа паб, только с добавлениями, легендами, героями и без урона от падения. У легенд разные способности. Не, я знаю, что такое Apex. Я смотрел обзоры на него некоторых стримеров, которые на Твиче играют. Кто-то летает, кто-то активирует чит, а кого-то вызывает авиаудар. По лапкам, что ли, шанс крит. Целься им по лапкам, там есть шанс на крит. Не, я стараюсь всегда в голову стрелять, ну, в центральную часть туловища. Это не то, что крит, это либо ваншот, вот как со вторым только что было,
Ну, либо ты наносишь крит большой. Хотя вряд ли ты попадешь добиваниями. Не, вот эти в лапки стрелять, это все не так много боеприпасов тебе дается в игре, чтобы баловаться таким. Тут нужно реально стараться четко. Вначале, как я только начал играть в игру, я как-то прыгал, боялся там этот. Тут четко, тут можно даже уворачиваться от них. Главное так спокойненько. Да, они иногда выпрыгивают так неожиданно, что это стрёмно. Что-то крутится такое. Что-то крутится там. Дискотека какая-то. Так, там мина стоит, а мне... Блин. Там была смола. Она упала, наверное. Она, наверное, упала. А, вон она. Я думал, она упала аж вниз. Так, ну что, берем. Берем тебя. И вот так вот бросаем. Мне неудобно кидать правой рукой. Ну, меня... Не, меня не задамажило. Просто оглушение. Просто оглушение. О, прикольно, конечно, прикольно. Да-да-да. Типа открываешь дверьку и сразу взрыв, да? Чего? Меня прям в ноль задамажило. Не, тут надо загрузиться. Тут я загружусь. Я аккуратно вроде открыл, за стенкой спрятался. Не, это так не работает, я понял. Надо как-то попробовать по-другому. То ли по-другому попробовать. Ой, что-то плохо Ютубу стало, я вижу, под датчиком. Да. Так, и сколько уже? 1:38. Ладно, я и вижу, что Ютубу плохо, и уже 1:40 играю. Буду, наверное, закругляться. Так, ладно, всем спасибо, что пришли, что поддержали тем, что смотрите, участвуете в переписке в чате, общении. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до завтра. Завтра примерно в то же время я буду стримить эту же игру. Будем продолжать проходить Half-Life Alyx VR.